Серьезная авария с машиной скорой помощи произошла в Омске. Водитель легкового автомобиля не успел затормозить и врезался в неотложку. Карету скорой помощи отбросила на встречную полосу, и она протаранила еще одну легковую машину. Несмотря на то, что автомобили пострадали сильно, жертв удалось избежать. В момент аварии в скорой помощи находился пациент. Для него экстренно вызвали другую машину и вовремя привезли в больницу.